Детская мечта о профессии стала ключевым этапом формирования жизненной цели. Твердая уверенность в правильности выбранного пути пришла после армии. Тогда Иван Волков поступил на службу в органы внутренних дел подразделения Госавтоинспекция. С 2013 года работал в должности инспектора ДПС. С недавних времен, ну, где-то 2,5 года, перешел как вот в это подразделение, в Центр дорожного и технического надзора, государственным инспектором. Новая должность, новые обязанности. Теперь в зоне ответственности Ивана Владимировича контроль и надзор за состоянием транспортных средств на дорогах. В фокусе внимания техническое состояние машин, которые перевозят груз. Важно, чтобы автомобиль соответствовал заводским характеристикам, водитель имел соответствующие документы, а регламент не был нарушен. Также у нас есть непосредственно на работу у себя там в подразделении. Это больше уже касается там каких-то юридических лиц, должностных лиц, непосредственно с ними работать. Ну, с водителями тоже иногда. Это лишь малая часть задач, с которыми ежедневно справляется Иван Волков. Разобраться в свое время помог наставник. Результат не заставил себя долго ждать. Годы усердной работы и искренняя любовь к своей профессии придают сил не только государственному инспектору в принесении службы, но и вдохновляют его родного брата. Андрей Владимирович пришел в профессию чуть больше года назад. С детства как-то хотел, мечтал стать полицейским. Так вот получилось. Несмотря на то, что мечта у братьев одна, обязанности разные. Андрей Владимирович несет службу в батальоне ДПС. На смену заступает с напарником. Проверка водительских прав, соблюдение правил дорожного движения, безопасность пешеходов и водителей – все это элементы рабочих будней инспектора. Обеспечение безопасности дорожного движения, безопасность водителей, профилактики, линии нарушений, техосмотра, правил дорожного движения. Праздник День защитника Отечества в этом году Андрей Волков встретит на работе. С улыбкой отмечает: служба не ждет. А вот у брата заслуженный выходной. Иван Владимирович проведет его дома с семьей. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда ТВ.